Незаконные противоправные американские санкции. Долго у них. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы положение совместного всеобъемлющего плана действий соблюдались всеми, продолжаем выполнять свои обязательства. Конечно же, мы адресуем этот наш призыв и Ирану, хотя мы прекрасно понимаем, почему Иран сокращает объем своих обязательств. Мы сильно встревожены, и эта тревога возникла не сегодня, не вчера, а в мае прошлого года, когда Соединенные Штаты в вызывающей форме объявили о выходе из этой договоренности. Соединенные Штаты не просто разорвали свои собственные обязательства, нарушив грубейшим образом международное право, но и достаточно арогантно, с угрозами наказания, путем санкций, запретили всем остальным странам мира выполнять этот совместный всеобъемлющий план действий.